нашего колхоза многолетняя история и добрая репутация. Она заложена еще Аркадием Павловичем Майдаком. Традиции надо сохранять и развиваться дальше. Наше хозяйство каждый год получает субсидии в области растениеводства. На эти деньги мы закупаем новые сорта хмеля и расширяем плантации. Стараемся удерживать у себя молодежь, дать им нормальную зарплату, чтобы у села было будущее.